Папа! Эй, как здоровье? Бенджамин? Надо же! Ты про что? Твое лицо! Ты похудел! Ты уже бреешься, а, сынок? Ага. И попы как не бывало. Вот здорово! Это славно? Да. Мой зад, давай обсудим у меня в кабинете. С ума сойти. Мой бывший кабинет. А, ты архитектор. Как же так вышло? Мать сказала, тебя ищу клинь. Нет, со мной все отлично. Ух, ты похудел, как тебе удалось? Сделал операцию, как твой папа? Давай поверимся, а? Ты посмотри Нет. только. Я вместе с Биллом делал зарядку, как всегда. Вау, ух ты! Красотка, блондинка, пухлые губки, грудастая. Твоя девушка? Нет, твоя дочка, Саманта. Конечно. И, пожалуйста, заботься о ней хорошенько, чтобы никто к ней не притрагивался, кроме тебя. Пап, меня ждет важная встреча. Ладно, конечно, я тогда пойду. Надо бы почаще встречаться, всем вместе. Я куплю вам мороженое. Я знаю, твоя мама не придет, но ты, Саманта, дедушка, бабушка. Неплохо, а? Я видел, что ты сегодня не в себе. Пап, присядь, я дам тебе водички, ладно? Почему сядь? Вот, держи, попей, ладно? Ладно, давай попью. Вот, я попил, в чем дело? Дедушки нет, отец. Он умер год назад. Нет, что ты говоришь? Где же я был? Ты плачешь? Что произошло? Ничего. Он просто состарился. Такова жизнь. А, черт. Люди живут и умирают. Это... Ладно, я пойду. Эй, постой. Сьюзи, перенесите мою встречу. Нет, иди навстречу. Все нормально. Почему ты я плачешь? Просто не очухался после операции. Все нормально. Смотри, так да. И я заплачу. Ты можешь остаться. Ты такой... Отлично выглядишь. Все хорошо. Ладно, пока. Ну же. Вам туда не попасть. Куда не попасть? Вас не было, когда... Он уходил. Это уж точно. Покажи нашу с ним последнюю встречу. Привет, па. Прости, что пристаю. Взгляни еще раз на мой проект торгового комплекса. Этот дешевле. Но посмотри на мой. Он куда лучше вписывается в общую картину. И здесь? Он дороже. Я уже сказал, у меня очень много работы. Да, ты прав, отец. Дешевый лучше. Он не прав. Ты же поц. Посмотри же. Сюрприз. О, деда, привет. О, боже. Когда ты так похорошел? Так, Майкл, у меня отличная идея. Твоя мать сегодня вечером идет играть в карты. И я решил, вот подходящий случай, чтобы нам с тобой и с Беном устроить где-нибудь лихой мальчишник. Я не могу. Ну как не можешь? Ты же должен поесть. Пойдем в ресторан, поглядим на девчонок. Дед, я в деле. Видишь, он в деле. Мы так не говорили, но он в деле. Эй, прошу. Нечего махать пальцем. Заключим сделку. Если пойдешь, я покажу фокус с монеткой. Посмотри на него! Я открою тебе секрет. Нет, отец.
Ты не хочешь узнать? Я знаю, как делать этот глупый фокус, и всегда знал. Ты не видишь, я работаю. Всегда знал? Ты ублюдок. Ладно. Извини, что помешал. Я люблю тебя, сын. До встречи, дед. Я люблю тебя. Отец. Пап. Пап. Я люблю тебя, сын. Я люблю тебя, сын. Я люблю тебя, сын. Я тебя тоже, па. И буду по тебе. Ты же знаешь. Прощай.